Президент США Джо Байден сделал крайне жесткое заявление в адрес российского коллеги Владимира Путина. Он назвал президента России убийцей и заявил, что США призовут его к ответу за якобы вмешательство в американские выборы в 2020 году. Ранее американская разведка опубликовала доклад, в котором утверждалось, что российские власти якобы санкционировали вмешательство в последние выборы президента США. В частности, Москву обвинили в том, что она будто бы пыталась очернить образ Байдена в ходе президентской кампании. Байден заявил, что предупреждал Путина о последствиях во время их телефонного разговора в январе. «Я знаю вас, вы знаете меня. Если будет установлено, что это произошло, то будьте готовы ответить», — привел Байден цитату из того разговора в интервью ABC News. На уточняющий вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, президент США ответил утвердительно.